Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики и просто любители компьютерных игр. С вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Fallout 4. В прошлой серии мы закончили исследовать супермаркет, перебили кучу диких гулей, немного рейдеров, добрались до входа на завод Корвега. Ну и на сегодня наша задача — зачистить этот завод от рейдеров. Что, погнали давать. Итак, вот мы, собственно, внутри. Что мы здесь имеем? Так, у нас ядерная наша батарея разряжена на 50%. Нужно где-то будет найти ее. Никого, по крайней мере, не видно. Кто здесь? Так, где кто? Вообще не могу понять. Непонятно, откуда стреляют вообще. Хряпнуть бы сейчас. Так, у нас собака куда-то залезла и что-то там творит, короче, с этими рейдерами. Вот. Так, автомат. Ядерколы. Ох ты! Что это было? На какую-то мину. Так, где-то здесь предохранитель. Крышка. Пикшущая машина. Что за бред? Нафиг такие игрули. Карандаш. Так, здесь. Так, ладно, что мы здесь имеем? Здесь у нас ничего, походу, нету интересного. Питьевой фонтанчик. Радиация у нас, по-моему, не прибавляется, да? Что-то я так смотрю. Я им говорю, что у нас припасы кончаются. Надо снова идти на дело. У караванов охрана так себе. Так, ладно, давайте двигаемся. Все пусто. Патронов у нас пока предостаточно.
Ух ты, как ты так запрыгнул-то? Так, у нас наша броня-то уже прилично так разрушена. Ух ты, у вас сколько тут? Ух ты! Здорово нас! Так, что же у тебя есть, Red X? Так, бутылка коктейля Молотова. Скорострельность. Автомат получается. Так. Ладно, давайте возьмем. А, слишком много вещей. Окей. Давайте посмотрим, что мы можем выкинуть. Гладкоствольный пистолет у нас тут. 3 штуки аж. Выбросить, выбросить. Так. Патронником гладкоствольным 24. Где у нас там автомат-то? Тактический. Тесак есть еще. Карабин у нас. Тяжелый гладкоствольный с затвором, дробовик, пистолет-пулемет, вот. Всего 13. Ладно, выкинем. Так, плюс 16. Можно вот этот выкинуть. 34. У нас 16. Мощнее будет, это тогда выкинем. Так. Тогда давайте тоже выкинем. 2. Лазерных мушкетов нам нафиг не надо бы. Тяжелый гладкоствольный карабин.
34. 37. Зато это снайперский. Давайте тогда и этот выкинем. Как-то так. Пипец, куча стук. Так, зажигалку возьмем. Здесь мы еще тоже прикончили чувачка. Так, а куда у нас делась наша собака? Это вот вопрос. Где мы потеряли собаку? Лампочки у нас целая куча. Вон наша собака. Швательная резинка. Так, лифт. Что-то куча ходов тут. Псина. Отлично. Опа, опа, опа. Своими коктейлями Молотова тут. Получи. Что за скелет? Да сколько вас тут, а? Нашего костюма осталось только шлем и туловище. Все остальное у нас разломано. Опа, опа, там еще турель. Есть. Справились. Симулятор взяли. Так, отлично. У тебя что?
Отлично. Ты что разговариваешь где-то рядом? Кексы, веселые ребята. Ух ты. Ключ от склада у нас был, кстати. Где взяли уже? Так, ну давайте-ка посмотрим, что здесь интересного. Отлично. Немножко вооружились патрончиками. Соединительный пруд какой-то. Так, нужно использовать терминал. Итак, караван. Сегодня еще один караван попался. Офигеть, как круто. Уже третий за месяц. И более того, Фредди вернулся с вестями, что к нам направляется еще один караван. Говорит, заметил охрану, но в основном гражданские. Среди них даже есть какая-то бабка, переодетая гадалкой. И какой-то шут в ковбойской шляпе. Попрошу Джареда еще людей и захвачу этот сраный караван. Чур, шляпа моя. Так. Похоже, речь идет о минитменах. С которыми я познакомился. Так, доступ к сети из базы данных открыт только для уполномоченного персонала. Там как раз и бабка, и чувак в шляпе. Вот. Так, что у нас здесь есть? Коньячков никаких? Блин, я думал, что это такое? Это калитка. Ну что, давайте наверх. Нет, нам это не нужно. Так. На самый верх пойдем позже. Отлично. Так, здесь у нас какая-то радиация. Я думаю, пригодится крышка на контуре хладогена. На контуре хладогена. Интересно, нужны нам такие крышки? Ну, давайте возьмем.
Обчищаем все запасы рейдеров. Поднос нам не нужен. Это 100%. Крышка. Арбуз в каком-то тостере или что это? Охладитель. А, это охладитель. Так, ладно, шпильки у нас еще есть. Yes. Ух ты. Ящички-то пропустили. Так, сигареты. А, это крышки были. Блин, тут еще спуск вниз. Ух ты! Это собака! Интересно, взорвется? Да, псина! Задрала в атаку. Как тебя в атаку-то, блин? Чтоб ты не мешала здесь. Так, там турель. Через решетку он не стреляет, что ли? Опасно, опасно было. Давай, прекращай стрелять. Отлично. Где ты там балаболишь-то? Ну лови. Чё за взрывы? Так, ну давайте посмотрим, что мы здесь можем. Чем здесь мы можем наживиться? Чё за звук? Ух ты, нифига себе, а вы-то здесь? Откуда? Ай-яй-яй-яй-яй, где ты? Еще и патроны кончились. Да сдохни ты уже, а? Еще второй бежит. Здорово. Блин, их-то я вообще не ожидал здесь увидеть. Пес, что пришел? Плохо, плохо ты работаешь, пес.
Черная пробирка, блин. Такс. На кастет нам не нужен. У нас на крайний случай есть тесак, если что. Да не вылезли-то. А, вон. Так, мы пришли отсюда. У нас еще там вход вниз, еще лифт какой-то. И на крышу. Ух ты, масленка. Это надо. Так. Дверь у нас здесь сюда есть. И, по-моему, я еще какой-то проход видел где-то. Или это он и был? Это он и был, походу. Нет. Да, это походу он и был. Так, грязные воды. А, морковь еще можно будет посадить. Так. А, ну мы круг сделали, походу. Да? Да, вот лифт. Еще здесь наверх. Дорога. Что здесь? Наливные ягоды. Яблоки. Здесь у нас пусто, ничего такого нормального нет. Ладно, давайте спустимся, там посмотрим. Еще один проход вниз был. Вот. Где он был? Там-то похоже на крышу, по-моему. Вход, я так думаю. Так. Здесь вот проход вниз. Так, 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 так. Попадает, попадает по нам все-таки. Прекращай стрелять. Чтоб тебя. Отлично.
Так, хорошо, что мне не надо с ними возюкаться, с этими гулями. Турель все сделала за нас. Так, крышка, патроны. Что еще у тебя есть? Ничего. О, блин, шпильку сломал опять. Отлично. О, терминал Лонни какого-то. Так, Лексингтон. Лексингтон наш. Да, вашу мать. Все гули положили, причем без потерь. Джаред готовит все для нас на автозаводе. Так. Квартира. Сегодня снова прочесали город. Мы с Хрящом взяли себе по группе и выкурили оставшихся гулей из домов. Заодно присмотрела себе квартирку на верхнем этаже. Давно я хотела жилье с хорошим видом из окна. Попросила Джареда установить здесь еще одну турель. Сказал, все сделает, но что-то мне подсказывает, он просто хотел от меня поскорее избавиться, чтобы продолжить забавляться с химикатами. Нам нужна еще одна турель. Выход в Лексингтон через трубы сослужил нам отличную службу, но если мы не сможем его защитить, кто угодно сможет нам пожаловать. Бухалова. Из-за Хряща с парнями нас чуть было не убили. Пару дней назад устроили попойку, разошумелись, а куче гули стало обидно, что их не пригласили, и они пробрались сюда через трубу. К счастью, парни даже пьяные умеют метко стрелять. Вторую турель так до сих пор и не установили. Джарду пора делом заняться, а не херней мается. Слишком много времени и крышек он тратит на эту фигню с даром. А нам надо думать о безопасности. Я с ним поговорю. Хрящ считает, я его только разозлю. Но кто-то же должен раскрыть ему глаза. Понятно. С ними все понятно. Балуются тут. Балуются наркотой. Так, ну это походу... Да, Содружество написано. Это походу выход. Выходить нам пока не надо. Что, двигаемся к лифту? Блин, надо где-то найти ядерную батарею. У нас совсем плохо с этим. Так, отсюда мы пришли, да, отсюда. Спуск. Ну что, псина, залазь, поехали. Блин. Собаку оставили наверху. Ну ладно. Так. Тут еще вниз спуск. Вижу проектрона. Надо бы как-нибудь его активировать. Давайте попробуем. Я думаю, терминал этот
как раз для него. Такс. Одно сходство. Как вообще их разгадывать? Что-то я так до сих пор не могу понять. Управление проектроном. Так, активировать единицу, сменить матрицу характера. Давайте поставим снова его, как и в супермаркете, медиком. Не знаю зачем, но... Просто охрана порядка, я боюсь ставить, вдруг по нам начнет стрелять. Отлично. Хоть какая-то помощь. Ого! Бахнуло-то. Нехило. Да чтоб тебя. Джаред. Вот мы и добрались до Джареда, кстати, про которого читали. Типа главарь. Нашли главного рейдеров. Так, я не понял, они проектрона что ли загасили? Со снайперского-то есть патроны? Да, давайте-ка его поставим вот сюда. Так, а этот... пистолет. А, как раз у нас на тройку он есть. Давайте. Ух ты. О, нифига себе, с первого выстрела зафигачили. Ну-ка. Готов. Давай-ка высунись. Что ты там бегаешь-то? Успокойся-то.
Блин. Так, он, походу, наверное, спускается ко мне, может. Так, ладно. О, вон он там шарится. Ты резвый там. Так. Все патроны истратили. Ладно. Окей. Так, это у нас Содружество. Трон уже лежит готовый. Ух ты! Отлично. Отлично, мы выполнили задание. Давайте-ка здесь долазим. Потом уже будем отправляться. Отправляться рассказывать все. Так, давайте соберем здесь все ништячки, которые у нас остались. Патрончики, так. Что у нас здесь за пистолет? Такой нам не надо. Ключ от сейфа Карвеги. Сейф, значит, мы какой-то еще не нашли. Надо поискать. Еще кто-то живой, что ли? Кто там появился как-то так непонятно. Все? Так, Грогнак Варвар. Критические удары без оружия холодным оружием наносят на 5% больше урона. Здорово. Раз нельзя. Так, обустройство. Выстрелы наконец затихли. Значит, либо Лонни и Хрящ истребили всех гулей, либо они пошли кому-то на обед. Но сейчас Лексингтон в безопасности. Можно приступать к работе. Тупик.
Ничего не выходит. Раньше старуха могла вдохнуть винта, закинуться парой таблеток и тут же начинала бормотать. Видение за видением, и все они сбылись. Рейдеры сожгли город, убили родителей, похитили детей. Похитили меня. Помню ее взгляд, когда она увидела мою судьбу. Малыш, ты станешь чудовищем. Все сбылось. Если бы у меня была такая способность, такой дар, ни у Содружества, ни у других банд, ни у кого не было бы шансов. Но ничего не выходит. Может, стоит повысить дозу? Где бы найти еще одно ведро? Подопытные. Дело не в химикатах. Они всего лишь приводят дар в действие. Дело во мне. Проблема во мне. Надо было это понять до того, как мои руки стали похожи на игольницы. Но хотя бы какая-то зацепка. Мне нужны подопытные. Что за эксперименты? Пока все безуспешно, но слухи о бесплатных химикатах привели к нам множество новичков. Теперь у нас почти столько же людей, сколько было до зачистки Лексингтона. Лони говорит, мы только время зря теряем. Говорит, нам надо укреплять оборону. Но здесь не Лони принимает решение, а я. Хотя, похоже, новая должность ее не устраивает. Может, очередная доза психа поможет ей с видениями. Так, они здесь. Хрящ говорит, сюда направляется караван. Какой-то шут в ковбойской шляпе с лазерным мушкетом. Трое гражданских и старушка, одетая как гадалка. Это она, я знаю, что это она. Хрящ отправится за ней. Интересно, она меня узнает? Конечно, узнает. В конце концов, она все это предсказала. Так. Интересно. Управление прожекторами. Прожектор уничтожен. Ну, конечно, да. Турели. Тоже, наверное. Турели уничтожены. Как раз две штуки. Интересно, интересно. Старушка знает, знала Джарета. Джаред знал старушку. Как удобней. Так, ну что, давайте двигаться дальше. Мы еще на крыше не были. Здесь давайте досмотрим, доищем все. Доисследуем. Нужно еще найти какой-то сейф. Если получится. Кипоут, не входить. Вот и сейф. Долго искать не пришлось. О, что-то я все взял, что ли, сразу. Так, и что же мы взяли-то? Штыковой охотничий карабин. Тридцать семь. Так. Нафиг этот нужен. Что там с одеждой мы взяли? Жесткая сварная рейдерская броня. Так, это у нас все сломано, блин. Вы не можете использовать это в силовой броне. Давайте вылезем. Почему здесь нельзя снять? Так, а у нас что было где-то? Шипастая броня, +10.
Да нафиг. У нас круче одета. Ну, сейф мы нашли. Сейф мы нашли. Что нам теперь остается? Давайте-ка вот этих обыщем. Такс. Отлично. Блин, целый завод и ядерной батареи нету. Как так-то? Хотя бы одну. Да что, наш уже скоро кирдык придет. Да, но машинки здесь бахнули, это круто, очень круто. Было красиво. Что здесь, я так полагаю, здесь больше ничего нету такого. Блин. Не пугай меня так, а? Понятно. Ну что, нам на крышу теперь остается пройти? Посмотреть, что там. И на этом все. После этого можно уже отправляться обратно. Так. Где у нас тут? Вот вход. Ну это я так думаю, что это на крышу. Может это и не совсем так. Да чтоб тебя. Здесь мы не были, кстати. Ну-ка, давайте-ка. Да, он ходит. Так, гранаты. Снова загорелся свет. Вижу красную точку, еще одну. Где этот? Отлично.
Ну и что ты там улыбаешься? Что у нас тут? А. Нечего тут светить. Так, я боюсь уже вот этих вот игрушек. Что вначале там рвануло так. А, прихватку зачем-то взяли, ну ладно. Подушка с соломой. Так, давайте-ка спустимся, посмотрим, что у нас внизу. Это убежище у них, спальня. Крышка мина. Всякие запчасти. Не знаю, нужно, надо их собирать, не надо эти запчасти. Что, двигаемся на крышу. Здесь вроде все. Там можно через двери, да, пройти. И можно вот здесь, я так понимаю, через люк. Так, а этот шкафчик мы обыскали? Да. Погода здесь не из лётных. Я смотрю. Здесь тишина, никого нет. Вроде когда сюда пришли, перестреляли тут некоторых обитателей. Да, здесь пусто. Пусто, пусто. Ух ты, с крышки пропустили. Окей. Вон там мы еще не были. Надо слазить. Что-то лагать-то стало.
Так. Кто-то еще есть. Опа, опа, опа. Где ты? Есть. Так, это обратно. Блин, 9 патронов в пистолете осталось. Давайте поменяем сразу, на всякий случай. Возьмем. Так, возьмем мы. Так. Ну, давайте вот этот. Не знаю, как он в действии. Как раз испробуем. Не помню, стреляли мы из него из такого или не стреляли. Давайте здесь посмотрим. Бутылка Молотова. О! Кого мы... я вижу. О! Отлично. Меняем. Тыкс. Где же ты? О. Так. Вот этот мы... Ой. Какой там? Вот этот. Мы... выкидываем. Отлично, вот этот покруче будет. Пупс ремонт. Отлично. Зачем идти ко дну вместе с кораблем, если можно попытаться залатать пробоину? Ядерные блоки работают на 10% дольше. Вот это как раз нам нужно. Отлично. Хотя наш ядерный блок уже кирдык. Сейчас будет. Да что так лагает-то? Давайте-ка посмотрим, может еще что-нибудь найдем полезного. Бесконечная лестница вниз. Нет питания. А зачем мне выход? Я выходить не хочу.
Что она теперь будет так всегда пищать? Еще перегружен. Не знаю, что делать. Бросить его здесь. Блин. Ничего у нас такого нету, чтобы можно было. Прибавить силу. Ух ты. У нас есть уровень, я и забыл. Ну давайте. Давайте вес прибавим. Так. Сила определяет физические возможности вашей мускулатуры, какой вес вы можете нести и сколько нанести урона. Так, выносливость. Не зависит максимально запас здоровья, расход на ускорение. Так. Боевой пес. Хакер. Песочный человек. Это вы не тупы, альтернативно гениально, любое действие может принести в 3 раза больше опыта, чем ниже интеллект, тем выше вероятность успеха. Наука, бегущая мишень, критический урон. Да, я думаю, сила вот это, да. Что, посмотрим, что-то изменилось, нет? Но ничего не изменилось. Бежать мы все равно не можем. Ну или что делать? Давайте бросим его здесь. Броню эту.
И что-то надо выбросить. Давайте выбросим, не знаю, лазерный мушкет. Мы все равно им не пользуемся. Но все равно нужно его перезаряжать долго. И это не помогло. Так. Хлама у нас тут много, да? Всякий бейсбольный мяч. Нафиг он нужен? Текс, 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 текс. Я даже не знаю, что выкинуть. Мне все надо. Все надо мне. Пластмасса, кислота. Да, все выкидывай. Так, чудо-клей, конечно, оставим. Кожа. Давайте шкуру брамина выкинем. Тостер. Так, еще что-то надо выкинуть. Скальпель можно. Ручка. Разводной ключ нафиг. Прихватка тут зачем-то. Ножницы. Патарамка нам тоже не надо. Окей. Только хлам. Жесть. Ладно. Ладно, уходим. Почему только притормаживает? Что-то я так и не могу понять. Раньше не было такого. Так, а здесь мы все тогда облазили, да? Да, там труп лежит. Все, тогда остается нам возвращаться. И я думаю, займемся мы этим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, оставляем комментарии под видео.
Я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующую пятницу. Всем пока.